понедельник в Самарской области солнечно и без осадков. Днем 25-27 с плюсом, ночью 19-21 выше 0. Ветер юго-восточный, северо-восточный 1-3 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 27, ночью плюс 20, юго-восточный 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, температура воздуха днем плюс 25, ночью плюс 19, западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 26, ночью плюс 20, северо-восточный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 42%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.